Опача, всем привет! Мы на канале Бухай ТВ. И сегодня у меня на обзорчике такое всеми любимое пивко с таким хорошим названием — Черниговское белое. Что хочу сказать. Именно Черниговское белое, очень много людей, которые говорят, это очень хорошее пиво. Я всегда тоже сам говорю, что это очень хорошее пиво. И эти много людей, которые берут это пивко под тараночку, под все остальное. Что хочу сказать. Такая у меня литруха Черниговского. 5 оборотов, как говорится, в этом пиве, в легендарном. На пробочке имеется автограф. Имеется такой колпачок, как говорится, желтый. Автограф, герб Черниговского, знак Черниговского. Этот колпачок сейчас я сорву. Так что, не хочет, как говорится, срываться наш колпачок. Я, в принципе, и так оторву. Ладно. Имеется на бутылке, на бутылочке, как говорится, выдавлено Черниговское. Здесь снова же в желтом тоне написано «Биле» такими зелеными буквами, как говорится, имеется автограф. С 2003 года производится нефильтрованное пиво. Соответственно, производится в городе Чернигове на заводе Черниговского. Неплохой пивас, обычная литруха. Имеется только то, что выдавлено Черниговское. Ну, очень сильно это люди хвалят это пиво. Мы недавно это пиво пили в баночках, я пил. Обзор я не снимал, соответственно. Но в баночках мне что-то как-то не сильно понравилось. Как бывает нормальное, бывает какое-то странное. Поэтому решил сделать обзорчик на литрушечку. Запашок хороший, мне нравится. Так что, наливается очень хорошо. Такой имеет стандартный цвет нефильтрованного пива. Так что, имеет такую пенку хорошую. Пенку такую хорошую. К пивку, к нашему, кстати, у нас такие, как говорится, арахис смаженный, как говорится, своя линия из АТБ. Вот такое. Так что, ну, такие неплохие к пивку, как говорится, орешки. Имеет бульбушки, имеет такой цвет хороший. Я даже оператора не вижу через бокал, такой реально нефильтрованный цвет хороший. И вот, что хочу сказать, и реально очень, ну, нормально держит пену, как говорится, реально нормально. Ну что, буду тянуть наше легендарное пивко. Имеется горчиночка, имеется вкус нефильтрованного пива, хотя оно было взято с магазина, ну, в магазине с холодильничка. Плюс я минут 40, пока подготавливался к видосу, где-то так, минут 40, оно стояло на этом. Ну, как говорится, соответственно, чуть-чуть потеплело. Холодильник я не ставил, думал снимать, не снимать, готовить, не готовиться, не готовиться к ролику. Все равно осталось таким прохладненьким, хорошим, резким, вкусным пивасом. И намного лучше мне в банках, намного хуже заходит, чем в этом пластике даже. Не знаю, может там, как говорится, ну, другой разлив или там еще что-то. Но здесь, как говорится, топчик. Такое дает хороший осадок, такой приятный вкус, резкость. Именно то, что надо для именно такое хорошее нефильтрованное пивко. Ну что, ребят, крепко сильно такой большой видос я затягивать не буду. Как говорится, второй бокальчик допью уже без камеры. Потому что пока я сидел, ну, готовился, думал не думать, пацаны уже по литрушке Stella Artois дали, а я только еще 0,5 тяну, как говорится. Надо догонять, как говорится, что... Сами понимаете. Как-то так. Ну что, давайте, ребятки, как говорится, за все хорошее. Хорошо. Оценил бы я наше пивко. Оценил так. Ну, кто-то скажет, обычно ты допиваешь. Потом оцениваешь, потому что я пиво быстро сейчас допью. Тут нехай минута, 2-3, как говорится, плюс еще... То есть, оценил бы наше пивко очень хорошо, в 9,5 баллов бы. Пиво реально хорошее, но, конечно, в начале, когда оно вышло в 2003 году, оно было, конечно, поярче, чем сейчас. Но все равно получает хороший заслуженный балл. Пиво такое свежее, насыщает, дает хороший вкус нефильтрованности, вкус горчиночки, вкус такой хлебности. Именно такой.
пенку долго держит и все остальное. В стекле мне черниговская белая тоже хорошо заходит. Не знаю почему. В баночках почему-то пивко черниговское может хуже. Может из-за того, что, как говорится, соответственно, в стекле и в железе оно может окисляться. От этого иметь какой-то негативный вкус. Соответственно, пиво нефильтрованное вполне возможно. Какое? Пивко дает желудку работать. Сами все видите, как говорится, такого черниговского, как говорится, дракона. Пускаю. Пивко это, конечно, под орешек вообще хорошо. Ну, пивко именно зайдет совсем это хорошо. Как говорится, по таким нефильтрованным пивасам с ним бы сравнился бы, хорошо, если бы сражались, как говорится, это Гуарден и, соответственно, Старопрамен нефильтрованный. Белый медведь полярный и рядом не стоял. Хотя белый медведь весной был толковый. Сейчас, конечно, спустился. Ну, а Чернигов, конечно, тоже упал, но все равно, как бы, такой бренд именно этого пива стараются держать. Такая неплохая бутылочка. Здесь на бутылочке нарисованная, здесь снова же в таком желтом тоне, типа как не сильно ярко выражено. Узорчики, конечно, присутствуют. Мельница, такая типа эти винт, типа мельницы в стиле колосков. Неплохо сделано. Так что, ребятки, рекомендую. Возьмите литруханчик. Возьмите рыбку. Ну и, как говорится, вечерком нормально отдохните. Тоже. Ну что, ребятки, прорекламирую, как говорится, свой канал, свой второй канал, свой инстаграм. Ну и, соответственно, допью пивко. Ну что, ребятки, подписывайтесь на канал Бухай ТВ. Не отписывайтесь, конечно, только подписывайтесь. Пишите обязательно комменты. Комментов пишите побольше. Пишите побольше, как говорится, полезных и позитивных комментов. Негативные писать не надо. Ставьте обязательно лайчонки, как говорится, пальцы вверх. Подписывайтесь на второй канал Малех Малех. Подписывайтесь на мой инстаграм Пешков 570. Соответственно, все это будет в первом же комментарии. Внизу в комментариях от канала Бухай ТВ. Не спеши. Сейчас я допью и... Ну что, ребятки, пивко норм. Рекомендую. Всем спасибо, ребята. Всем пока.